В недавно отремонтированной Видновской взрослой поликлинике отделение диспансеризации занимает весь четвертый этаж. Это позволяет быстро и без лишней беготни пройти всех врачей и необходимые исследования. В отделении профилактики, где прием ведут два врача, они сразу попадают с утра к врачу, который направляет на обследование. И на сегодняшний день в процессе запуска идет флюорографическая служба, технические доработки, а все остальные службы практически работают у нас в рамках поликлиники. Особое внимание медики уделяют обследованию людей, перенесших COVID-19. Они проходят так называемую расширенную диспансеризацию. Рекомендуем пройти углубленную диспансеризацию, чтобы не пропустить проявление постковидного синдрома. Будут исследованы острофазные показатели анализа крови на предмет остаточных явлений воспаления. Проводится тест с 6-минутной ходьбой, прямо по нашему коридору. Специальный сотрудник выделен для этих целей. С постковидным синдромом медики в своей практике, увы, сталкиваются довольно часто. Проявляется часто в любых видах поражений суставов, дыхательной системы, сердечно-сосудистой. И мы направляем на дополнительные обследования, там, на эхо сердца, кому положено, на функцию внешнего дыхания у нас сейчас будут делать, пробы с 6-минутной ходьбой и так далее. Вера Александровна Сорокожердева переболела ковидом в апреле этого года. Говорит, перенесла его довольно легко, без высокой температуры и с низким процентом поражения легких. Но избежать осложнений не удалось. В ходе обследования у женщины диагностировали сахарный диабет. Сдала анализы, оказывается, у меня сахар высокий уже был. Я даже и не знала. Уже сейчас 10-11, то было 7-8. До этого никогда проблем? Никогда не было. И гормоны повысились после сахарного диабета в 2 раза. У меня тоже пьет гормоны. Медики рекомендуют пройти расширенную диспансеризацию всем перенесшим коронавирус. Делать это лучше спустя 2 месяца после выздоровления. Приходите в Видновскую взрослую поликлинику в любой удобный день с 8 до 10 утра. Начать обследование следует с посещения кабинета 413 или 416. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.